Полоцкий, здесь нет? Эй, есть! Давай сюда, квартуйся! Как вас сюда занесло? От самого паровоза шли вас искать. Принимайте в компанию Фомичева Захара и Жукова Николая с трофейным аккордеоном. Одного не хватает. Ого, дверь открылась, и он вошел. 25-й матрос. Недаром меня в этот вагон втянуло. Нюхом своих почуял. Это был старый морской волк, насквозь просоленный, прошедший сквозь шторма всех морей и всех океанов. Артист, что ли? Никак нет, моряк черноморец. Как же это вы, папаша, своих не пьете? Язык у тебя, парень, как я погляжу, вроде коровьего ботала. А у того, сынки! Привет! Видали артиста? Здорово, Жоков, а? А ну-ка. Ой, заварился в полном порядке. А ну, сынки, доставай чашки, кружки, а ты, артист, разливать будешь. Так. Полундра! А ну, артист, распевай. Так. А ну, налетай! А глаз у моего деда был карий, ус черный, волос светлый, крест на груди сияет, ленточки вьются. Ну, разве ж бабе тут мысленно устоять? Не устояла! Какой там! В Севастополе свадьбу сыграли. Скажи, пожалуйста. Да, всех друзей и товарищей дед на свадьбу позвал. А матроса Кошку позвал? Позвал. И нашу севастопольскую позвал. А с адмиралом Нахимовым дед твой был знаком? О, чудо. А кто же его к награде представил? Павел Степанович представил. Да. Да, сынки, дед мой был геройской. Пошел, стал быть, он в разведку. А вот какое у него было боевое задание, я вам сказать этого не могу. Не знаешь? Не знаю, но только выполнил все в точности. Даже взорвал пороховой погреб. Оглушил его взрывом, и очутился он в плену. Да, да нет, ты погоди. Вот ведут моего деда к ихнему главному генералу. А генерал ему попался. Усатый, не приведи Господь! Вот посмотрел заграничный генерал на моего деда и строго спросил. Кто будешь такой? Русский матрос, ваш представитель. Фамилия? Не могу знать, ваш представитель. Слышь-ка, отчего, где батарея ваша и сколько войска у вас? Не могу знать, ваше превосходительство. Почему такой щекой не говоришь? Присяга не позволяет, ваше превосходительство. А тот сказал, шут с тобой, молчи. Вот это матрос чистое золото 96-й прот. Ну да. Тебе крест. Ты попробуй. А дозвольте, ваше превосходительство, вопросик задать. Оля. А вашим солдатам тоже дозволено верой и отечеством торговать. Хоть и жаль мне тебя, русский матрос, но супротив закону идти не могу. По закону должен я тебя расстрелять. Умирать будешь по-геройски. Расстреляю я тебя вполне с воинскими почестями.
Стой! Какая у тебя будет последняя просьба, русский матрос? А дозвольте, ваше превосходительство, Господу Богу помолиться. Ну что ж, это можно. Воля! И вот стал мой дед креститься и класть земные поклоны. Поклонился раз, прикинул высоту корабля. Поклонился в другой раз, рассчитал прыжок. Поклонился в третий раз. И как сиганет за борт! И вот за это напал Степан Нахимов и представил его Георгию. Я ничего не знаю. Поезд дальше не пойдет. Нигде не приостановлено. Обращайтесь к военному комендату. Вы смотрите, как хотите. Я человек маленький. Я ничего не знаю. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Слезай, приехали. Вот что, братцы, если мы будем действовать в разброд, не скоро попадем в свои части. Мы команда, едем из одного госпиталя. Я старшой, понятно? Понятно! Пошли, комендант. Не могу, нет у меня поездов. Не могу, товарищ, нет поездов. Товарищ военный комендант! Товарищ военный комендант! Разрешите обратиться. Старшой по команде военных моряков Иван Никулин. Стой! Слушаю вас. Команда в составе 25 краснофлотцев следует к месту назначения по специальному заданию. Ну? Вот. Разрешите следовать по маршруту, товарищ подполковник? Капитан, между прочим. Простите, товарищ, чтобы не заметить. Есть у меня один эшелон. Только мы не сажаем в него. Товарищ военный комендант, поскольку мы команда, может сделать исключение. Товарищ военный комендант. Ну что ж, это кстати. Будьте охранять военный эшелон. Есть! Только у вас оружия-то нет? Товарищ военный комендант, не беда, в случае мы голыми руками. Товарищ военный комендант. Ну, пошли. Над пустым рядом Севастополя ни сипа луны, ни огонька. В эту ночь кварталами спаленными, рассекая грудью мрак ночной, шел моряк, прощаясь с бастионами, мертвой корабельной стороной. Значит, получаю я в госпиталь письмо. Конверт как конверт, самый обыкновенный. А у меня сердце падает. Это бывает. Вроде как бы оно слезой пах. Жена писала в том письме, что Кольку да Ксюшу, ребятишек моих, немцы убили, а ее самое искалечили. Навек не человеком сделали. Вот что было в этом письме.
Шел моряк над бухтами унылыми, где душе все камушки милы, на кладбище старом над могилами конвоиры скинули стволы. Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запекла. Он сказал, повоевал богатая, вашей черной крови полю спас. Как же ты теперь жить думаешь? Не знаю. Сердце пекет, нет терпения. Днем пекет и ночь. Я вот мужик здоровый, два пуда одной рукой кидаю. А между прочим, смирнее меня во всей деревне не было. Чистый телок. А после письма сам себя не узнаю. Сделался я ужасно свирепый, чисто зверь. Что мне, пулемет ихний страшен или танк? Да я на их бронепоезд в одиночку пойду и жив останусь. Я военную хитрость понимать научился. По ночам бывает, лежу и глаз не сомкну. И видится. Идут, скажем, на меня ихние три танка. Справа пулемет работает, слева ложбина. Сразу является соображение, как и что делать, чтобы ни один живым не ушел. Сколько я таким манером передумал, и сосчитать невозможно. Я как-то обсказал все это одному капитану, а он говорит, тебе, Фомичев, надо на командные курсы. У тебя от природы замечательная военная хитрость. Он думал, от природы, а того не знал, что военной хитрости меня фрицы обучили, когда Кольку да Ксюшу в землю закопали. Я себе урок задал. 100 фрицев положить. 100 положу, тогда погибать можно. А раньше никак нельзя. Погоня! Слушай мою команду. Как только откроют дверь, прыгай гадом на голову, туши, хватай оружие. Хитрость! Хитрость придумал. Wollen mal sehen, was dort los ist. Bleib still! Bleib doch still! Wehrt euch! Schießt doch! Zum Teufel noch mal! Halt! Still! Halt! Halt! Come on!
Товарищ командир, мы тут ихнюю базу обнаружили. Шесть парашютов! 68 убитых. 12 взято в плен. 26 осталось недобитых. Посадочные знаки. Ребят, для самолетов! Полючок! 12 станковых пулеметов. Все же многовато нас на человек, а? Многовато. А ты что думаешь, немцев больше было? Не, где остальные парашюты? Было-то их 106 человек, а будет больше. Вот бы прихватить. И прихватим. Братцы! А ну-ка все сюда! Можно раз. Дальше ехать нам нет расчета. Останемся здесь. Немцев будем встречать. Эшелон отправим по назначению. Пленных сдать главному кондуктору. Серебряков! Здесь! Отправляйте эшелон. Здесь отправляйте эшелон! Возможно, товарищи, нам предстоит тяжелый бой. Так что давайте организуем наш отряд, как полагается. Правильно. Я думаю, командир отряда... Ты командир. Я, товарищи... Нет, точно! Ладно, выходит дело, командир отряда я. Крюцов. Я. Член партии. Да. Будешь помощником по политической части. Есть. Начальник штаба Фомичев. Ты военную хитрость знаешь. Знаю. Ну вот. Казначеем и начальником всей интендантской части назначаю папашу. Принимай, папаш, трофейную казну. Давай, да нет, ну страсть не люблю с казенными деньгами возить. Да одна морока с ними. А сколько их тут? Да бес их знает, сосчитай, потом доложь. Не, подожди, с казенными деньгами так нельзя. Тут комиссию надо создать. Я, Фомичев, еще два человека. А потом акт надо составить. Один сдал, значит, подпись. Другой принял, тоже подпись. А внизу, чтобы члены расписались. Правильно, а потом еще несгораемый шкаф. Ну а куда же их, конечно? Потом на пищу и машинку. Счетоводов пару. Пропал ты, папаша! Не быть тебе больше матросом! Ну, будешь, скалиться-то будешь! Не тебе меня учить, ну? Да. Молоко на губах вытри сначала. Садись! Давай считать деньги. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Считай, про себя сбиваешь. 3, 6, 10, 12. Тихо! Самолет! Да не. Вот чего делось тебе? Я на корабле первым слухачом был. Идет сюда. Идет свеста. А ну все сюда. Отряд разбивается на 4 группы. Первой командую я, второй Крепцов, третий Фомичев, четвертый Жуков. В каждой группе по 3 пулемета. Площадь под посадочных знаков. Берем кольцо. Есть! Если выбросить десант на парашютах, бей в воздух. Если самолеты, не стрелять, пока не приземляться. Понятно? Угу. Исполнять!
когда придет время, поставьте памятник на этой могиле. Здесь лежат погибшие. Здрасте. Можно войти? Прошу прощения. Вы имеете какие-либо сведения об эшелоне, который проходил вчера утром? То есть тот самый эшелон, на который немцы напали? А вам зачем? А нам интересно, это мы его от немцев отстояли. Вы смотрите, пожалуйста. Садитесь, товарищи дорогие, садитесь, садитесь. Как же, знаю, знаю, все, слышал. Эшелон ваш проследовал благополучно. И, надо полагать, прибыл, так сказать, к месту назначения. А более точных у вас сведений нет? Да нет, понимаете, связь ведь оборвана в обе стороны. И поезда не ходят? После вашего прошел еще один, и все. Так. Значит, линия перерезана с обеих сторон. Да, надо полагать. Селезнев. Скверно. Выходит, мы с вами теперь в клещах. Выходит так. Вот я и готовлюсь. Партизаны, значит? Так вот хотелось бы, только опыта у меня никакого нет. Нескладно все как-то получается. Ну, не у немцев уже оставаться, жить. После войны что людям скажешь? Я, так сказать, с расчетом живу, вперед заглядывай. Правильно живете. А что после войны спрашивать будут, где был, что делал, так это уж точно. Весь народ будет спрашивать. Вот-вот-вот-вот, я и думаю, после войны большой разговор состоится. И в этом разговоре лучше спрашивать, нежели отвечать, а? Точно. Я так рассудил, что дорога у меня в партизаны. Только вот беда, опыта у меня нет. Так сказать, обоюдоострость. Желание есть, но вследствие отсутствия опыта появляется робость. И не трусость, а, так сказать, незнание, как с этим делом справиться. Вот милости просим, товарищ начальник. Если желаете, пожалуйте с нами. Спасибо. Правда, порядки у нас строгие, флотские, зато уж ребята боевые не подведут. Спасибо. Я и сам думал к вам в отряд попроситься. Но не посмел. Человек я сухопутный, не примут, думал. Товарищи, поезд! Поезд не поезд, да кто в нем, то ли свои, то ли немцы. Сейчас узнаем. Два пулемета в канаву, один вон за те шпалы. Исполнять! Есть! Есть!
между пальцев проскочить. Вот гендер испортили Гитлера, проклятие. Из пулемета вдогонку стегану. Здорово, ребят. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Эй, ты, кочегар! Ты чего сидишь там? Выходи, не стесняйся. Ну вот, вот такой у меня кочегар. Ну, слабого полу. Здравствуйте. Здравствуйте. От немцев бежал. Пешком, парень. Ну, пожалел, взял на паровоз за место кочегара. Звать Маруся, фамилия Крюкова. А я, между прочим, Алёк, то есть Лушников Алексей Митрофанович. Вот они, пироги-то какие. Ой, я так испачкалась. Можете, у меня лицо такое, как руки, а? Слушай, Алёк, так ты думаешь, на север еще удастся проскочить? Ручаться нельзя, попробуем. Ага. Фомичев, два пулемета установить на самой площадке, на бортах по 6 автоматчиков. Остальных всех на корму. Давай, живей, сейчас отдадим концы. Есть! А что же вы не торопитесь? А я пока не могу разъезд бросить. Немцев ведь здесь нет, я пока останусь. А может быть... Так и... ведь служба. Тогда вот что. Если дорога перерезана, мы вернемся сюда обязательно. Мы вас так не бросим, вы не сомневайтесь. Костик, дай сюда автоматы, две обоймы запасные. Есть! Вы, товарищ начальник Мушкет, свой... Вот вам, на память, от моряков. Ты за личность такая? Тебя в плен взяли, а ты мухам руки и ноги отрываешь. Хоть бы ты попытку к бегству совершил. Гитлер капут. Thank you.
себе чирно. Ну и ты. А то Ершицын. И отвечать не буду. Привет. А я думал, что не вернется. Я слово дал, морское флот. Тихону Спиридоновичу. Откуда это у вас оружие? Да мало тут повоевать пришлось без вас. Троих уничтожил. Одного в плен взял. Хитлер капут. Ну вот, а вы говорили, нескладный да неумелый. Ну что, страшно было? Да, страшновато. Главное дело огонь. Опять же гранат. Да-да-да-да, огонь! С ихней стороны огонь! Ну, я им особенно разойтись не дал. Я их автомат. Держись! Троих уложил! А вот это... Вот это... Кричит капут, капут, и мухам ноги отрывает. Ну, этот хлипкий все расскажет. Жук! А ну-ка допроси его. Штейн! Гитлер капут! Ну, Гитлеру само собой, а тебе... Не могу я их видеть в живом виде. Да, неинтересно. Ну что ж, братцы, один путь у нас остается. Через степь. Задерживаться здесь на разъезде нельзя? Да-да-да-да. Теперь я могу идти с вами. Точно. Алёха. Алёха. Ну, а ты? Как? С нами ли остаешься? Товарищ, довольно странно. Что я, паралитик или бывший барон какой, что ли? Понятно. Паровоз взорвать. Да вон уж Фомичев орудует. А что, Марусь, с собой возьмем? Чего? Я говорю, Марусь, с собой возьмем? Ты это что? А что? Этого еще не хватало. Товарищ командир, а какие мои обязанности в отряде будут? Видите ли, какое дело, товарищ Марусин. Обстановка такая, что вам тяжело будет в отряде. Да я в отряде все делать буду. Мы с боями пойдем, нам нужно в своей части. Я знаю. Так что еще неизвестно, как дело обернется. И вот видите ли... А зачем вы все это мне рассказываете, товарищ командир? Вам лучше остаться. Остаться? Мне? Ну что ж такого? Многие остаются, и никто вас не осудит за это. Ведь правда, товарищ, ведь конц... Да вы не плачьте. Подождите плакать. Сами уходите, а меня немцам бросаете. За то, что я комсомолка. На почетной доске была каждый месяц. Я думала, в моряке. Думала, своих встретила. Прекратить плач? Не прекращу. Я думала, вы товарищи, комсомольцы. А вы... Вы только о себе, черти полосатые. Ну, смирно! Я же для вашей пользы говорю. Если хотите, пожалуйста, рядовым бойцом на общих основаниях. Только потом не жалуйтесь. Есть! Есть рядовым бойцом на общем основании, и потом не жалуются. И вообще... Вольно. Не успокойтесь. Через него, что ты понимаешь? Не видишь? Товарищу водичка нужна. Слышь, Вань, это уж их первое дело, слезы. Тут будь хоть сам адмирал Нахимов, все одно не устоит. Ой, вода какая тухлая. Вот прекрасная вода. Паровоз к взрыву подготовлен? Копайтесь, черти вас забери! Ой! Что еще? Сапоги в паровозе. Ваня, допросил. Ну? Ну, в общем, говорит, дрезина проверяла путь. Ага. Станции южнее заняты немцами. Десантом? Нет. Так. Один у нас путь остался через степи. Ну что ж, пройдем. Собирайся в поход, братцы. Я на нем вседонецкий рекорд поставил.
сердце, братишки. Так пекет, так пекет, спасу нет. Чего ждем? Пошли их крошить! Ольга! Песню! А это что такое? Ют. Так. А это мачта как называется? Фок. Правильно, молодец. Половина. Я считаю. Погоди, не мешай. 5,5, посчитаешь тут с вами. 15,5, каждый день все новых подваливается. Колька, ну зачем ты у них в штабу деньги взял, а? Ну для тебя, папаш, старался. Вот, держи еще 1,5 кило. Колька, уйди, преступление совершу. Пожалуйста, могу отойти. Да брось ты зубы-то скалить. Коль, ты кого привел? Офицер, начальник автоколонны. А машины где? Две разбиты, а 10 в порядке. А немцы что, отвоевали, что ли? Отвоевали. Везет тебе, черт. Ну, а это что? Кнехт. Клянусь! Беспонятный ты, Тихон, человек. 350, 400, 450. Кнехт. Сам ты кнехт. 500, 550. Чего? Это с первого начала только трудно. А вот попадем мы с тобой на корабль, все в раз поймешь. Я тебя, Тихон, оборудую. Будет у тебя морская душа. Да-да, хорошо бы. Главное, ты смелость себе имеешь. Я с измалецтва на море желал попасть. Правильно. Ну, в Хапуте жить трудновато, 620 рублей. Да, да. Людишек мелких очень уж много, 800. И даже сволочи есть. Да, да. А на море, брат, ты таких людей не увидишь. Да, нам да. Им делать нечего. Да, 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 да. Балкаешь ты много. Нет. Командиры, встав! Товарищ командир, позвольте мне сказать, как старому моряку. Уж не знаю, много ли, мало ли немцев в той деревне, но по моему морскому сердцу такие злодейства без оплаты оставить никак нельзя. Нельзя, сынки. Что мы в своей части опаздываем, это верно. Ну и только нас за это никто не осудит. Уж я не знаю, как вы будете решать, товарищ командир, но... А решать мы будем так. Кто желает в деревню в разведку? Вань, как я военную хитрость знаю. Ладно, давай, переодевайся. Ну смотрите, здорово, Захар! Настоящий чернозёмный человек! Не-не-не, это, так сказать, сухопутный. От морской воды от солёной ничего не осталось. Душа морская осталась. Она не ушла, ты ее на полушубок не сменишь. Ты ее подальше запрячь, а то она, так сказать, не подведет. Ничего, она у меня ученая, службу знает. Ну, словом, завтра жди тебя буду. Чего? А если не вернешься? Ну, заказывай панихиды по моей душе. Стало быть, надоело ей ходить по сухопутью. Улетела она, голубушка. Случится что? Напиши жене. Папаша адрес знает. Ну? Счастливой удачи. Ладно. Да. Сумерничайте, так сказать. Да. Посидите со мной, Тихон Спиридонович. Командир. Спит? Да нет, все ходит, думает. Он, по-моему, никогда не спит.
Фомичев как-то не так ушел. Ушел и ушел. Он всегда такой молчаливый, неразговорчивый. А вот ушел и ровно чего-то не хватает, правда? Это вы про Фомичева? Таких людей нет на свете. Да, он очень симпатичный. Так разве к нему это слово подходит, симпатичный? Он Фомичев, он, так сказать, сильный человек. Это про меня можно сказать, симпатичный. А вы что, в зеркало гляделись? Я говорю не о внешности, а, так сказать, о содержании души. А для души, как известно, зеркал еще не изобрели. Тихон Спиридонович. Идут. Кто? Командир. Ну куда же вы, Тихон Спиридонович? Я лучше пойду. А то, что я рыжий, конопатый и внешности не симпатичный, это я отлично знаю, товарищ Маруся Крюкова. Тихон Спиридонович. Ну что же вы обиделись, что ли? А то вот и командир заметил, что я за вами ухаживаю. Что, что, что? Это я не так выразился. Вы за мной ухаживаете? Да командир так думает. А я и где уж мне? Рыжих людей даже в древние времена в Египте презирали и не пускали их в города. Живи где-нибудь в пустыне под пирамидами, если ты рыжий. А чего вы не спите, товарищ командир? Да что-то не спится, товарищ Крюков. Очень мне трудно, Мороз. Я ведь шутя командиром назвался. А потом и впрямь командовать пришлось. А подготовки-то у меня нет. Хоть бы майор какой встретился или капитан. Отдал бы ему командование, а сам в ряды. Верно, Мороз? Нет, неверно, товарищ командир. Сам знаю, что неверно. Раз уж взялся, терпи до конца. Ничего, вы крепкий, выдержите. Выдержу. Надо было меня послать в разведку. Что? Да вместо Захара. Все-таки у меня борода, усы. На колхозного человека ведь я больше похож. А что, Фомичев, на лбу, что ли, написано, что он матрос? Так-то оно так, но сердце мне что-то болит за него. Мать честная. Чего? Якорь у него на руке. В каком колхозе живешь? Дальнем. Ich bin kein Dummkopf und du bist kein Bauer. А теперь расскажи, в какой корабль сдушил. Русский матрос, случалось, и честному врагу ничего не говорил. А уж тебе-то, бандит. А ты? Жить хочешь? Хочу, чтоб тебе жизни не было. Захар Фомичев. Как же мне не плакать, Ваня? Зря погибаю, бестолку. Задание боевое не выполнил, донесение не доставил, счет свой не закончил. Мы закончим, Захар. Мы твою сотню немецких голов доберем. Да ты и сам еще успеешь закончить. Что? Да нет, Ваня. Мне уж самому не придется. Грабанут меня немцы. Разве же они мне Одессу до Севастополя забудут?
Значит, помирать собрался, Захар. Да. Думаешь, я забыл старый морской закон? Думаешь, товарища в беде брошу? Нет. Плохим ты меня матросом считаешь, Захар. Да нет, Ваня. Ты успеешь. Положение мое безнадежное. Таких слов положение безнадежное. Жить тебе, матросу, нужно, чтобы врагам родины нашей жизни не было. Есть жить. Чтобы им в жизни не было. Sin el Paraguay, sin amoray, una piccola negrita que el tango te invita a fedelte sarap. Una piccola negrita que el tango te invita a fedelti sarà. Sarà. Tu, нельзя, Севастополи. Бах-бах. Ладно. Там увидим, кто кого бах-бах. Пой дьяволу. Макаронник. Нельзя. Пой иди ты. Io non sono tedesco, sono italiano. Perché ti arrabbi con me? Se ci fosse un tedesco, sarebbe peggiore per te. Hai capito? Sono italiano. Так я не знала, что здесь нельзя. Я сейчас уйду. Non avere paura. Le ragazzone simpatiche. No. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Маруся, мы едем... Порка Мадонна! Нельзя! Кто это, а? Маринаю. А кто это Маринаю? Севастополи! Иди сюда. Здесь немцев всего 70-ка. Стоит караул возле штаба. У них артиллерии нету, а танков не видел совсем. Не бойся, не бойся, кади, кади. Что? 8 часов, кади. Ну, ладно, ладно. Эх, зря ты его толкнула. Вот уж зря, вот уж зря. Ну, черт с ним, пускай обнимает. Я его потом обниму. Ладно, приду. Только потом не жалуйся, макарона. Ну скажи, когда придет, скажи громче, я не слышал. Ну скажи, ну скажи, ну скажи. Значит, 8! Эх, пожить. Товарищ командир, время. На свидание торопишься. Ага. Thank you.
его делит и почешет. Гранат! А? Батя! О! Гранаты я! Как связал? А что? И чего? Марусе привет передай! Ой, братцы, впервые в жизни такое вижу. По нему с пулемета чештал зубами. Ведь тебе, Тихон Спиридонович, до 100 лет вполне подсолилась, Тихон, твоя душа. По-моряцки себя оказывает. Ты проголодался, ты картошку ты ешь. Это уж действительно слишком. Да, 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 да. Цены нет. В случае на немцев нарвемся, бой не принимай, я один это бьюсь. А твое дело книжку командиру доставить. Держи. Буду ранен, меня бросай, а книжку неси. Понятно? Понятно. Ну давай. Эх, Захар, кто эту войну выдумал? Немец выдумал. Ты посиди здесь, я погляжу. Чертовщина, осколком задела.
вернусь. Командиру доложу. Книжку передам и вернусь. Ты не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Местность хорошая. В кустах никто не увидит, да и ночь скоро. Бушлат! Бушлат возьми! Не надо, я на ходу не замерз. На, коньяк. Автомат здесь. Пистолет в порядке. Спасибо. В порядке. Пистолет. Держи. Пока. Братишка. Переправу наводят, укрепляют. В книжке помечено, что и где. А Тихон? Там остался. Батарея. Одна треть. Вторая вот я пометил. Ты отдохни сначала, утром разберемся. Некогда мне до утра отдыхать, товарищ командир. Да мне бойцов давай, я в прах. А зачем тебе? Тихон там остался. Значит, жив? Жив. Давай мне бойцов поздоровее. Далеко идти. Жар у тебя лицо выше. Выше тебя. И во рту сохнет. Воды. Не дойдешь ты. Ног валишься. Верно. Ослабел я. Как сюда добрался, сам не знаю. Спит. Может, они драпать собираются. Кто? Зачем они у себя в тылу мост так здорово укрепляют? Доты строят. Ты в книжку глядишь. Бредит. Какой там бредит? Зачем они мост укрепляют? Командир. Время не ждет. Значит, пойдешь? Пойду. Закон такой. Сам знаешь, флотской. Знаю. Только я тебе не 6 бойцов дам, а 12. Ладно. Давай 12. Сел бы, Захар, отдохнул, не дойдешь. Ряж, дойду. Дойду хоть к черту. Не трогай только меня.
Говори, что перед глазами видишь. Справа по борту буерак. По курсу кусты. Держать на кусты. Сейчас канава будет. Ты за что меня обидел, Тихон? Думал, не приду? Как ты мог подумать? Как ты смел? Нет, не морская у тебя душа, Тихон. Нет. Не морская. Становись! Товарищи, изменился наш путь, и другая стоит перед нами задача. Точно сказал Фомичев, нет больше у фрица пути на восток, а только на запад. Наша задача достойно проводить его с нашей земли, да в нашу же землю. Будем бить его с тыла, резать ему пути отхода. Я вас поведу. Но бои жестокие, неравные, смертные. Слушать мою команду! Кто в себе сомневается, кто устал, у кого раны болят, стоять на месте. А кто готов биться до смерти, шаг вперед! Товарищ командир. Вот что, Маруся, в далекий поход пойдешь. С вами хоть на край земли, товарищ командир. Нет, не с нами. Пойду, товарищ командир. Трудный поход, Маруся. А я смерти не боюсь, товарищ командир. Бывает хуже смерти. Я ничего не боюсь. Пойдешь через линию фронта. Нашим скажешь так. По моему морскому расчету получается, драпать собрались немцы. Мы их на мосту перехватим. Ты будь осторожна. Мы тебе нашу воинскую честь доверяем.
Испанию! Жуков, закрепляйся на предмостном! Сколько там ваших на мосту? 200 человек, у них 15 пулеметов. Матросов сколько? 22. Машина! Пошли. Передать всем бойцам. Противника считать запрещаю. Держаться до последнего. Стоять на смерти. Есть, есть, есть. Разрешите песню, товарищ командир? Давай. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагове сдается на горный поля. Пощады никто не желает. Все мы белые рюкса и цепи гремят. Наверх я коря поднимаю, как борются к бою орудия в ряд. На солнце зловеще сверкаю. Прощайте, товарищи, дружно, ура! Небрящее море над нами, не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Это брат на Севастополь похож. Долго атаку готовят все. Целый час уже долбали. 50 минут. Ваня, много наших от артиллерийского огня полегло. Человек 30. 44 человека. Батюшки. Приготовить гранаты. Есть приготовить гранаты. Приготовить гранаты! Приготовить гранаты! Приготовить гранаты! Чего они молчат? Может, танков ждут? На вылет.
На вылет. Обе. Сколько людей осталось? Полсотни. Больше не наберешь. Еще одну атаку как-нибудь отобьем. А дальше? Хотел я мост для своих уберечь. Да видно, не придется. Братишки, мост надо взрывать. Надо. Надо. А как ты к нему подойдешь, когда все подступы под огнем? Подступов нет, а взрывать надо. Надо. Тут хитрость нужна. Водой. Точно. Отползти берегом вверх по течению метров на полтораста. Потом тростник в рот и под водой вплавь. А гранаты грузом будут служить, правильно? Правильно. И двух человек послать надо. С одним что случится, второй заменит. Кого же пошлем? Да я сам и пойду. Сухопутный человек, раз такое дело исполнить может. Да-да-да-да. А второй... Я пойду. Подходящий. Нет, тут холостой нужен. Или вот как у Захара, вся семья перебита. Так-то так, Ваня, но... Ведь не бросишь семью, я чай думаю, а? Ваня, ведь не дикий лес, не волки кругом. Свои же люди. Ваня, тут у меня в сумке 212 тысяч, кроме мелочи. Считай, расписки в середине в клеенку завернут. Вань, адресок семьи тоже в середке лежит. А? Время, что ли? Время. Ну, Ваня, воевали как могли, не обижайся. Да ну. Ну, сынок. Адресок не забудь. Присядем перед дорожкой. Пора. Thank you.
товарищи. Последнюю атаку. Считаю раз, считаю два. Прощай, папаша! На родину! Завтра идут. Это хорошо, Маруся. Значит, правильно рассчитали. И конница идет. Казаки. И пехота наша. Много. На запад идут. Я умираю, Маруся, да? Умираю? Нет. Нет, Ваня. Ты просто устал. Ты спать хочешь? Спать? Я спать хочу. Танки идут. Пушки. Моряки. Моряки, Вань, тоже идут. Ваня. Ваня. Ваня!